Санта Мария наша капуста, вот, она чуть-чуть зачищена, очень плотная тень. Иногда даже трудно бывает их оценить, насколько плотно она укрывается. Это как раз для жира, наверное, да, когда июль, а вот что укрыто. Да, да, цвет головка не перегревается, тоже меньше воды попадает в случае там дождей или поверхностного орошения, меньше грибных заболеваний, меньше вредителей. Ну, в летнюю погоду хорошая, да, сейчас посмотрим, хорошая укрываемость является только, ну, только плюсом. Вот это. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.